Нужно сделать вот на эту крышку здесь ручку, за что держаться. Вот, думал, решил сделать вот из такого. Вот это вот старая ножка. Не знаю чего, дивана или еще чего-то пластикового. Вот из нее я вот так вот, типа вот такой что-то ручки сейчас попытаюсь сделать. Бросал чертежик, наверное, буду вот такую делать. Зажал я ножку, бывшую ножку, вот такую, от старого дивана. Сейчас буду заниматься ей. Получается, я не знаю, что получится, что сейчас надо вверх сделать. Выточил я вот такой грибок для ручки. Здесь вот, правда, было отверстие, оказалось, внутри там, видимо, для экономии пластика. И мне пришлось заплавить его вот этим вот, вот этой стружкой от пластика. Еще надо подшлифовать, чтобы она вид была такой более-менее товарный. Вроде бы ручка, блин, омоздряча уже. С перерывами полдня, наверное. Такая ручка, надо в середине просверлить отверстие ровное. Немножко неровно зажал, но мне пойдет. Там видно, сырого вылезло, видите? Легко, как в масло все зашло. Будем надеяться, что второе сырого лучше пойдет. Сделал я вот в ручке отверстие. Теперь мне нужно загнать туда болт. Очень плотно сделал, чтобы не разворачивался, а то знает, как ручки болтаются. Наконец-то я сделал ручку на эту крышку. Вот, видите,
закрепил ее здесь гайкой, болт пропустил сквозь ручку. Вот, видите, сам болт сверху зашлифовал, обточил, чтобы он не выпирал. Ну, особой, как говорится, красоты нету, но крышкой пользоваться можно. Вот так вот, раз. Вот. Пожалуйста, все закрывается. Руки теперь не обожгешь. Вот. Раньше тут мастила Лариса пробки. Ну, я думаю, в данный момент эта ручка намного удобнее, чем просто так вот брать его и непонятно, как открывать. А саму модель я взял вот с этой крышки. Вот. Вот видите, примерно такая ручка, но у меня не было вот такой широкой и с нержавейки. Поэтому я решил сделать из того, что под руку попалось. Я не знаю, тебе нравится, Ларис, нет, эта ручка? Я балдею от этой ручки, это просто шедевр. Балдею, не балдею. Шедевр, ручка. Юра, ты сотворил шедевр. Ну, ручка есть. Ты еще хотел сказать, что голец сковородки. А. Тридцатник живем, ей больше 28 лет. О, видали? 28 лет и еще проживет 228. Если никто не сломает молотком. Ладно, всем пока. Как мог, так снял.